Но традиционно мы представляем весь перечень производства нашей организации. Это технические средства охраны периметра, в основном основанные на различных принципах действия. Это в основном вибросейсмические средства обнаружения, проводоволновые средства обнаружения, радиолучевые, радиоволновые. Ну и кроме прочего, мы в последнее время широко развиваем линейку мобильных устройств. На нашем стенде представлен комплекс быстроразвертываемых средств обнаружения БСК, комплекс сигнализационный мобильный КСМ и новые направления – это малокадровая система видеонаблюдения Кипарис. Ну, вообще, как бы, данный форум мы посещаем традиционно со времени его основания, поэтому нам выставка нравится, достаточно продуктивно происходит общение с заказчиками, с коллегами, так скажем, по цеху. В данное время мы на конференциях как посетители присутствуем, но тематика безопасность ТЭК, безопасность транспорта, безопасность объектов на транспорте, она очень интересна. В данном случае, именно в настоящее время, это достаточно актуальная тематика, которой в том числе занимается наш институт, наше предприятие.